ведь у меня больше раскрытых преступлений, чем у кого-либо. ФБР! Она – чопорный федеральный агент. Ты профи, но не командный игрок. Тебя коллеги терпеть не могут. На счет три. Раз. Два. Ах, твою ж мать. Она – безбашенный бостонский коп. Смотри, кто тут? Попался, гадёныш! Беги, она чёртутая! Мне кажется, у нее проблемы с головой. Ничего, поработай с ней. Она лучший коп. Что вас всех? Это юрисдикция ФБР. Нет, не здесь. Может, и хватит? Здесь нет. Завязывай, Малинс. Что она делает? Ищет мой лифчик. Никто лифчик капитана не видел? Такой, с кружавчиками. Он же у нас бабой стал. Даже титьки выросли. Он без него теперь никуда. Теперь самое трудное для них. Никогда так ко мне не подкрадывайся! Это совместная работа. Я сама допрошу его. А может, врезать ему справочником по башке? Надо быть поддержанным. Ну кто? Ну кто же так делает? Хэнк Лесуар. Занимается наркотой. Вон он. Ты не вписываешься. Я же федеральный агент. Да ладно, а одета как школьная училка. Это что такое? Перестань! Это такое белье, утягивающее. Нахрена? Чего у тебя там может вопирать-то? Нет. Да, да. Эта штука тикает, нет. Но не вечно же. Сюрприз! Не могу его поднять! Что? Поднимите меня! Моя машина. Повезло, что на машину упал, да? Да. Жить будет. Так мы делаем дела. Натуре. Тебе не идет сленг. Напоминаешь монашку в стрингах. Не говори так. Получи и распишись, дорогуша. Кто это? Моя мама. Уберите мобильный. А вот так? А, другое дело? Ну че, расслабимся? Это было супер!